Максимом. Делаем скет и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. Спонсор моего канала — онлайн-платформа Гигос. Мои хорошие, мы пришли к родителям. Они завтра уезжают в деревню, и мы их навестили. Покажу вам интересное. А сейчас мы будем кушать лахманджун, заказали они. Немчик, говорим, где моя невестушка? Сейчас и я буду помогать. Анем, Анемчик, селям соли, джанымбин. Херкесе селям, херкесе, гидиоро, коя да ниде, гидиорлар ярин, хер, эвет. Шимди, мы будем начинать кушать. Ну, я пошла помогать. Будем кушать сейчас. Привет всем, привет. С вами Светлана. Лахманджу. Лахманджу. Пицца такая турецкая. Так ее кушают. Бабаджим, какой красивый, видите, постригся. Готовится в деревню. Ой, Бабаджим. Ханги вот. Консер önleyici. Консер? Önleyici. Вот тере кыз. Тере yiyorsun sen. Önüne koy. Какая трава интересная. Не? Не дедин? Yengem telefonu aldı yani. Telefon yemeyeyim ki. Благодаря Пилатесу я стала так сидеть, смотрите. Наконец-то. Вот что значит ходить на Пилатес. Сижу как турчанка. Вот так постепенно привыкаю. Очень вкусно все. Очень. Посмотрите, как она мне готовит. Ещё айр, ещё легучу кутулара. Чей? Шундан. Шундан, шундан. Бери бундан, бери де пемпе. А нем бубеним хэп? О, сэн идей, шо, шо. Я говорю, это моё нет, говорит. А, она, говорит, деревню видит. Ой, тетвиним, аним, тетвиним. Моя золотая. Привет, аферин сын. Какие красные гвоздички. Мне не гюзель, не гюзель. Буханги, бенде ой стюру. Все мне дает, все, моя красавица. Эвет, эвет. Видите? Ама, аним сын не гюзель, какой куту вар. Я говорю, какая у тебя красивая коробка. Ben bir tane götürüyorum bak, başka götürmeyeyim. Annem sende çok var çiçekleri köyde. Köyde de şu renk. Şimdi aynı. Yok mu bir şey? Bak şu renk. Sana verdim ben bu renkten oralara. Verdin mi sen bana bunu? He. Мне такое тоже дала. Bundan var, bundan var sana. Gene de vereyim bak. Bu ayrı da onun için götürüyorum. Oradan getirdim, bundan yok. Öbür annem sonra geleceğim senin köyde resimler çekeyim tamam, güzel. Sen hazır orada bahçe, tamam mı? Я говорю, я приеду потом тебе в деревню и сниму, как ты, какие цветы красивые ты посадила. Она очень любит цветы, очень. Ага. Потом, говорит, не говори, что я тебе цветы не дала. Тамам, анымчик, тамам. Аны, мама, бу, нар, кесмек герек йокму? Нар, нар. Влязем. Кесмек войски, возможно. Иди, труженица моя. Тут, 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 мама, сын, о, кыши, да. Тут, мама, шонда. У нас, сын, тут, арсы, чак, ки. Истесен, шо, кутуларды да готер. Онлара, дикес. Наелись тантуни сейчас, тантуни. Лахманджун. Покушали, как вкусно. Мы с Сашкой вам сегодня с утра даже не позавтракали. Хотя я была на пилатесе. Но были дела у меня, дела.
Так хорошо. Я вам потом покажу, вниз спущусь, какая у них. Это здесь у них как деревенский вариант. У них внизу комната такая обычная и все. Покажу я вам сейчас все. Новый телефон, не знаю, куда смотреть, пока еще не привыкла. А сейчас я вам покажу ихнюю квартиру. Я уже показывала один раз, но сейчас еще покажу, где они раньше жили. Вот этот третий этаж они построили в том году. Да. В общем, квартира такая 3 плюс 1. Нет, 3 комнаты. Вот, смотрите, мои хорошие, вот это кухня у них. Вот это у них кухня. Такая кухня. Огромная кухня, мне кажется, нормальная. Так, ну что, сейчас пошли. Вот их салон. Раньше они постоянно здесь сидели, но здесь мама ставила печку, даже где-то здесь вот там вот трубу ставили. Ну вот сейчас они, здесь у них всегда чисто, и они живут на третьем этаже. Вот. Ну, а здесь у нее такой огромный балкон, я вам рассказывала. Посмотрите, летний вариант. Здесь вот у них летом они спят, все закрыто так. Такой огромный балкон, вот цветочки. В общем, вот, и сейчас перейдем. Во вторую комнату. Тоже у них как гостиная. Вот посмотрите. Для гостей. Видите? То есть там повседневная, а здесь когда такие гости придут. Вот. Здесь был телевизор. Ну где он, я не знаю. В общем, вот такая комната. Третья. Вторая. И сейчас я вам покажу третью комнату. Спальня. А, телевизор сюда Баба Джим перенес. Вот. Шкаф такой большой. Вот на этой кровати спит мой Баба Джим. Вот зеркало здесь, разный парфюм, тут заловка моя старшая с ними живет. Ну а вот и я сама. Так, ну и дальше у них идет здесь ванна. Там у них ванная идет, душевая. Ну, а здесь туалет. Такая вот мини-гостиная. В общем, вот такая вот квартира у моих родителей. У наших родителей. Ашкэм. Ашкэм хулиганит. Прячется. Курит. Не, не вар. Şimdi İrem'le Ufuk nikah yapmışlar. Hatırası. А, моя заловка старшая занимается мылом, то есть изготавливает мыло. Вот это все ее работы, вот. Бурак олмуш. А, бурак? Бурак Киму? Олмуш. Дом. День олмуш. Рождения? Bu hediye. Ага, понятно. Вот это вот, о ким? О, bizim komşu aşağı. А, komşum, ben düşündüm bizim onu. Bu sevgi. А, это sevgi маленькая. Küçük. Ну, Эмре, бу, Энис. Эмре – это сын моего мужа. Энис – это сын моей заловки, маленькие. Ну, вот такие вот она делает. Из мыла все цветочки, все сама она вот это делает. Моя заловка старшая. Пашка Варма Бершельгинч.
Burada yok mu onun kendini yapısını? Так, хотела вам показать ее работу, что она делает, но что-то мы не видим, что-то я не вижу. Вот это вот мыло, все она делает. Она это все с розочки. Ты любит заниматься вот таким вот рукоделием. А, Ашкин, буки. Буки. Ишик, Ач, Ишик. Вот это вот моя заловка, старшая, с племянницей. Покажу вам фотографии. Буки, Машкин. И это моя заловка. Очень Измирде. Любит по свадьбе ходить. Это в Измире родственники. Измирде. Bizim yeğenlerde. Başka yok mu resim? Resim çok da. Senin resim nerede? Benim resimde Allah hemen getiriyorlar. Abdullah'a bir baktılar. Abdullah yakışıklı. Ya pamıyla pasudu. Abdullah çavuş. Burada sasayı mamay. Çavuş var ya mamay. Мы все разговариваем, сидим так. Я так здесь отдыхаю хорошо морально, смотрим передачу. Никак не могу привыкнуть, куда смотреть. Мы уже вышли, попрощались с родителями и ждем наш автобус. Вот такой здесь район, Туруслар. Джами, а в эту школу ходил мой Ашкин. Учился. Вот такой вот район. Магазинчики здесь. Basın hemen üstüne atladı. Ждем свой автобус, попрощались с родителями. Завтра уезжаем. И идем мы домой. Görmüşler ne biliyorsun diye ben kendim biliyorum. Haddini biliyorum. Haddini bileceksin ya ilk önce. Her şeyi bilemezsin. Öğrenci soruyor ya. С покупками. С подарками. Gelsin o zaman diyor. Ama diyor benden hepsini istiyorlar diyor. Öğrenci. Yani Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки или дизлайки, написать комментарии и не забудьте нажать на эту кнопочку, которая находится внизу под видео. Если у вас будут какие-то вопросы, можете найти меня по ссылке, которая находится в описании на Instagram. Подписывайтесь на меня тоже в Инстаграме. С вами была Светлана Та. Пока-пока.